Да. Ну, как меня зовут, ты знаешь, да? Олег, и снова... Здравствуйте, да? Здравствуй. Боже мой, как же это мило. Вот, Олег, смотри, я у тебя обучалась мануальной терапии еще в мае этого года. Вот, и применяю методики в своей практике, скажу, что они действительно эффективные. Расскажи мне, пожалуйста, работаю, да? Расскажи мне, пожалуйста, а у кого ты учишься? О, ну такой сложный вопрос. Я скажу так, нету конкретного учителя, да, это собирательная практика, во-первых, да. Во-вторых, многие приемы, они как бы разработаны, доработаны. Уже в процессе работы моей, когда я понимал, что вот так вот поворачиваешь, нет, не действует. Да, надо чуть изменить судьбу, надо чуть как-то подкорректировать, надо чуть с другой стороны, может, подойти. Да, и там, в общем, есть, конечно, ноу-хау такие, которые вот просто нигде нету, да, и вот я этому обучаю. Ну и, соответственно, я это практикую уже давно, лет 15. Один из моих учителей это Алексей Тупилов. Он, честно говоря, умер уже, царство небесное. Это если говорить именно про мануальную терапию, да? Да. И скажи мне, пожалуйста, как часто ты проводишь свои тренинги? Ой, тренинги я стараюсь проводить регулярно, ну, примерно с промежутком 1.5-2 месяца. Угу. А кто может прийти на эти тренинги? Да вообще, честно говоря, любой человек. Я делаю отдельно как бы рекламку для новичков, которые с нуля вообще начинают, да, а другую для специалистов, которые уже работают и хотят повысить свою квалификацию. И те приходят, честно говоря, больше те, которые уже умеют, и врачи приходят, и невропатологи, и неврологи, как бы за мануальной терапией именно у меня научиться. Потому что в институте это все долго растянуто, излишняя теоретизация, которая, как бы, может быть, даже мешает. Иногда голова сама мешает, боролась, приходится включить голову и именно руки чувствуют. А руки чувствуют из практики. То есть все мои знания взялись из практики. Вот. И, соответственно, если про обучение ты спрашиваешь, да, то здесь состоит из трех частей обучения. Первое – это специальный мануальный массаж, тоже авторская методика. Там именно воздействие на позвоночный аппарат, сразу же идет декомпрессия, скрутки всякие, где уже сразу протрещите, как следует. Но это все равно еще только подготовка к дальнейшим манипуляциям мануальным, к вот этим трастовым техникам, да, когда уже правка позвонков идет, выравнивание ног, челюсти, носа, черепа, все, правильно, все в человеке. И там же висцеральная терапия через живот, то есть мы работаем, внутренние органы правим, опущенные органы поднимаем, ну там свои нюансы, да, дискинезию желчного пузыря, желчевыводящих путей, протоков, да, вылечиваем. Ну, то есть мануальная терапия, я это называю, честно говоря, не мануальной терапией. Я это называю остеотерапия. Не остеопатия, а расшифруй, пожалуйста. Остеотерапия. Ось это ось, только ось. Ось это ось, наша вертикаль. Тео это Бог, ну теософия, теология, такие слова из греческого языка. Знакомые, ну, греческие термины. И терапия. Ну, это лечение. А остеопатия – это патия, патология, болезни. Да? То есть они занимаются болезнью, я занимаюсь лечением. То есть это вот уже, то есть даже в словах это глубокий, как бы другой смысл доказывает. И, соответственно, здесь что получается? Здесь лечение идет в комплексе. То есть сначала мы смотрим, что влияет на позвоночный столб. Ну, понятно, тем более все нервы, да, все органы. Ну, это основа организма. Весь скелет у него тоже растет. Мышцы от него растут, все от него растет, позвоночника. Что мешает? Мешают, скорее всего, функциональные блоки, либо в нем суставов, да, либо чаще это мышцы. Мышцы, которые перетягивают и искажают наш позвоночный столб. Ну, искажения какие-то. Допустим, пошел сюда, этот сюда повернулся. То есть мы убираем сначала спазмы мышц, потом сам позвоночник выравниваем. Потом откуда идет основание? От базиса. Это вот крестец, крестово-поясничное сочленение. Вот это вот, да. От него, соответственно, кости растут вниз и вверх, да. Вот если мы его не выровняем, да, то все искажения вернутся обратно. Поэтому выравниваем тазовые кости прежде всего, да. Соответственно, выравниваются ноги, стопы, там, пятки. Да, можно потом регистрироваться, да, работать с ним.
То есть это вот скелет выравнивания, да. Если проблема все равно не решается, да, то есть, значит, она где-то в другом месте находится. Скорее всего, это в брюшине. Там могут быть спазмы, психосоматические какие-то зависимости, которые также перетягивают позвонки. То есть, если у нас больной желудок, это примерно 6-й грудной отдел, примерно 5-й, 6-й, 7-й позвонок где-то в этом месте. Там будет боли человек испытывать. Да? Так что, значит, тогда мы должны еще через живот залез полечить. Вот полностью выравнивание, да? Там не прямая проекция по горизонтали, там они. Ну, есть карты. Есть карты такие, где зоны всех внутренних органов. Соответственно, убираются и нервации всякие там в ноги, в руки, да. Если проблема оказывается не в животе, да, а психосоматическая, тогда мы работаем с мозгом. Это устранение инграмм. То есть то, от чего человек какие-то испытывает зависимости в жизни. Да? Он на каких-то автоматизмах живет, повторяет это все время. И не понимает, что это приносит ему проблемы. Да? То есть мы касаемся в мозгу, это такая техника, ну, честно говоря, не гипноз и не транс, да, но такое полугипнотическое состояние. Если понимаем, что и здесь мы убрали, но все равно проблемы не проходит, да, тогда мы понимаем, что на этой оси божественной находится чакры. И мы начинаем заполнять эти чакры, потому что если идет искажение, энергия по ним вертикально, по оси не течет. Она должна бесконечно вниз, бесконечно вверх, такая вот струна у нас. Это у нас пронизывает всегда. По ней нам дается божественная энергетика, вот эта вот, ну, кундалини, некоторые называют, да, эфир там. Она нас наполняет жизненными силами. И каждый человек дает нам нужный аспект для реализации здесь, в нашем физическом мире. И если это не происходит, то энергия вообще просто утекает куда-то, через плечо уходит, да, человек не реализован становится. То есть настраиваем все эти каналы, да, выравниваем, заполняем ауру. Аура это защитный полком мяса, собственно говоря, ну, мы тоже. Все руками. Да, все руками. Ну, в данном случае это параметрические какие-то бесконтактные. Вот. Тогда человек полностью защищен. И у него вот в чем смысл остеотерапии, это массаж судьбы получается. Реализуется в судьбе все, что человек не дореализовал когда-то там, да. Как-то получается и дела идут в руки. Да-да-да, и по работе там все ладится, и супруги там нормально живут, и не конфликтуют там с начальником, заказчиками, с партнерами, да. Как-то все само получается, и судьба человека настраивается ровно по божественной оси, как я ее называю. Замечательно. Олег, скажи, пожалуйста, кроме того, как себя можно назвать мануальным терапевтом, кем ты еще себя считаешь? Кто ты? Практика лечения на моментальном столе? Вообще, по жизни. То есть по жизни. Я видела, что написано, что космоэнергет. Чем-то ты еще увлекаешься, занимаешься, кроме мануальной терапии? Ну, все, что связано с телом человека, то, что я назвал про энергетику, да, это вот и есть вкусный энергет. Я не в том плане, что у нас там, они считают 120 или 200 каналов, которые открывают, ну, обычно, да, открывают специально по каким-то вот освещениям, и только тогда человек сможет с этим каналом работать, да, и для себя или для чего-то другого. У меня нет, у меня все проще. Канал один, он божественный, он за все сразу сферы жизни отвечает. Сексуальное расстройство лечу, но это тоже все пальцами. Ну почему я мануальный сервис? Потому что мануал это рука, все руками. Все лечу руками, я обычно не признаю там аппаратные методы, хотя не против них, но в некоторых случаях нужно. Лекарственные методы не признаю, я все руками. Угу. То есть работаешь на трех уровнях, да? Психика, ну, душа да, и тело. Да. Ну, это вообще замечательно. Редко кто так работает. Вообще замечательно. Просто редко встретишь действительно специалиста, который работает на всех трех уровнях. Решаются многие проблемы, да. Например, как сексолог. То есть там через гипноз тоже. Если девушка испытывает оргазм, да, то через гипноз она начинает понимать, что это такое, и доходит до этого состояния. Потому что со своим партнером все гораздо лучше ладится там, и все получается. И у меня есть три случая, когда забеременели девушки после массажа внутренних органов, да, ну там еще есть цветочки. То есть ходили по всем станциям, да, и батюшки ходили. Вот несколько лет не получала эту беременность. А тут она мне звонит, она пропала на год, потом мне звонит,
Ой, Олег, извини, а у меня тут двойня родилась, я двойняшек таскаю, у меня теперь это, спина болит, можно я тебе спину теперь лечить? Вот, понимаете, неожиданно вот такие вот бывают как бы, фокусы. Да, массаж судьбы, наслаживает, не важно, это вся судьба человека. Вот поэтому, наверное, у тебя имя Олег Олаф Гудвин. Гудвин это волшебник. Скажи мне, пожалуйста, как это расшифровывается? Гудвин волшебник. Гудвин, ну, волшебник это из сказки, да? Если дословно по словам брать, то Олег это скандинавское слово, имя Холик у них, да? Олаф тоже скандинавское из их языков. Они дословно на русский переводятся как и то, и другое святой. Получается, святой святой. А Гудвин это по-английски. Good – хороший, вин – выигрыш. То есть я вам даю хороший святой выигрыш. Каждому свет, каждый выиграл, каждый заходил, пришел, тот победил. Спасибо за интервью. Правда, приятно пойдет было пообщаться. Да. Все, хорошего. Светлана, я тебя тоже благодарю, тебя тоже знаю, как отлично. Хорошие традиции. Работы тебе. Вот. Ну, правда, я восхищена вот сегодняшним сеансом. Восхищена обучением. В Нормандии, да? Да, да. Вот я сейчас вот даже могу плясать, но пока немножко опасаюсь, уже плясать можно. Лучше день два подожду. Все-таки мануальная терапия, надо немножко увеличить. Ну, да, 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 конечно. Вот, спасибо. Спасибо за интервью. Пожалуйста. Благодарю вас. Заходите к нам в гости.